Всем привет! Сегодня посмотрим на такую штуку, как ТИК-80. Один из подписчиков бросил ссылку. Я там что-то делал обзоры под игровым движкам. И вот довольно интересная штука. ТИК-80. Что такое ТИК-80? Это виртуальная игровая консоль, для которой можно создавать игры. Она вот в ретро-стиле вот такая вот тут вся. И ничего еще. Ну вот здесь гифка такая, показана, что можно даже разные игры вот такие делать. Карта там есть, редактор кода, редактор спрайтов, музыкальный редактор. Ну, давайте play нажмем. Я скачал и запустил, особо я там не лазил, я просто запустил, посмотрел, оно запускается, что-то там набирать можно и больше не разбирался, нет времени. Ну, сейчас вкратце просто пройдемся по этому. Вот я на FOPDA тут открыл ссылку. У меня на другом мониторе оно открыто, но... Здесь краткое описание. Фишка в том, что вот эта ТИК-80, она доступна и для десктопных компьютеров, и даже под Android есть. Поэтому вы можете в Play Market набрать ТИК-80 и скачать. Можно создавать всякие игры и играть в них. Давайте вот эту клацнем. Click to start. То есть можно картридж. Грузится. Press Z. Select level, Z, Enter, Jump Z, Attack X. Ну, кто играл в игрушки Dendy, то вот что-то подобное можно самому делать. Как вы видите, графика не очень. Так, короче, блин, как мне назад, громко слишком. Что у нас тут на сайте? На сайте краткое описание. Давайте Learn нажмем. Что у нас здесь? Здесь у нас автор Вадим Григорюк. Ну, красавчик Вадим Григорюк. Классный проект. Так, Readmo на GitHub. Ой, надо было не так сделать. Шрифт тут интересный тоже. Что на гитхабе? На гитхабе у нас здесь описание, спецификация, дисплей 240 на 146 пикселей, 16 цветов палитра. Ну, короче, вы можете побывать в шкуре тех разработчиков, которые были когда-то. Которые вот писали под игры под Dendy. И со всеми вытекающими, то есть количество памяти ограничено, все очень сильно ограничено. Вот у нас 80 килобайт памяти есть, RAM, в которой у нас будут, ну, картриджи, мы раньше вставляли картриджи, кто играл Dendy, и это все игры загружались с картриджа, и мы играли. Итак, ну, об этом, я думаю, вы сами почитаете, давайте запустим и попробуем по этому хелпу. Можно создать игру, используя Lua, Moon, JS, Wren и Fennel, да? Это, я так понимаю, типа языки, на которых можно писать, ну или похожие на вот эти вот языки, не знаю, не разбирался. Так, есть у нас код-эдитор. Всякие функции, набор функций, описание. Спрайт-эдитор есть. Мап-эдитор. Редактор музыки SFX. 64 звуковых эффекта. Ну, я думаю, я долго тут колупать не буду. Самое главное, я обращу ваше внимание на то, что есть такой проект. Довольно интересный. Ну, давайте попробуем. Так, я скачал. Так, это вот... А, вот. ТИК-80. Скачивал я... Create.
Вот, Download Native Build. Под Windows, под Linux 3264 есть. Pocket какой-то, Mac, Android, Linux, Raspberry, iOS. Короче, практически под все платформы более-менее популярны. Можно также какую-то купить Pro-версию. Что там в Pro-версии, не знаю, $5 стоит. Так, давайте запустим. Запустим эту TIC-80. Так, вот, запустили. Help. Нажмем, выберем Help. Так, это все команды. New. Создать новый карт. Загрузить Save Run. Ну, давайте New. Был создан. А как он был создан? Так, где тут? Обучение тут нету никакого. Code editor. А, press escape to enter, чтобы зайти в этот в редактор кода. Так, escape. И что у нас тут? А как запустить? Hello world, да? Запустить, наверное, команда run. О, hello world. Так, вот, стрелочками я двигаю. И у нас двигается, как мы видим, спрайт, да? Картиночка меняется, и глаза там что-то двигают. Hello world. Хорошо. Как мне перейти в... А, вот, смотрите, я мышкой могу двигать. Мышкой. Давайте я, наверное, уменьшу все-таки вот так вот. Вот это вот сверну, пусть будет. Так, вот здесь мышкой могу двигать, выбирать спрайт эдитор. Давайте выберем спрайт эдитор. И что у нас тут в спрайт эдиторе? Спрайт эдитор, как уменьшить... Вот это, наверное. Не, это brush size. А где тут сделать? А, вот. Вот размер мы уменьшаем. Ну, то есть область. Так, спрайты. Что у нас тут спрайтов? Спрайтов получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 на 16 пикселей. Хорошо, надо бы как-то его изменить. Так, давайте посмотрим на код. Код. Так, смотрите, есть еще map editor. Вот карту можно делать. Дальше редактор музыки. О, есть какие-то эффекты. Это что? Ой, я куда-то клацнул, я не знаю, куда я клацнул. А, еще какой-то редактор. Блин. Так, ну, со всем этим не буду разбираться. Давайте просто посмотрим по коду, что тут можно сделать. Итак, спрайты. Функция очистки экрана есть. Вот она, CLS 13. Что такое 13? Это надо посмотреть, наверное, вот здесь в описании функции. Очищает экран. Так. А, параметром это цвет. Есть пример. Хорошо, нам это не надо. Нам надо функция sprite. Вот она. Рисует sprite по ID. Можем поворачивать картинку. Так. Так, какие параметры принимает функция sprite? Индекс sprite. А где тут индекс? Так, sprite editor. Ну, по классике индекс это обычно есть начало картинки. И индексом является, ну, начинается с... Вот как бы, вот смотрите, я переместил вот это начало картинки. Получается, если индекс 0, то у нас должно вот этот квадратик рисоваться. Но у нас почему-то рисуется вот эта часть и вот эта часть. То есть каждый спрайт, ширина и высота, они должны быть одинаковы. Так, смотрим. Чё мы смотрим? А,
Давайте, что такое спрайт. Спрайт – это картинка 8 пикселей шириной и 8 пикселей высотой. Каждый пиксель рисуется одним из 16 доступных цветов. То есть один цвет задает, для хранения одного цвета 4 бита используется. Ага. Хорошо, 8 на 8 пикселя, но дело в том, что тут 16 на 16. Хорошо, давайте нарисуем спрайт. Так, вот так вот. А как закомментировать код? Ага. Вот. И давайте нарисуем спрайт. Индекс 0. Дальше. Какие параметры у нас? Координаты. X и Y. Ну, давайте координаты. А, вон там есть X. Есть Y. Дальше. Что у нас идет дальше? Цвет. Хорошо. Цвет у нас пусть будет, как и здесь. Не, подожди, что значит цвет? А, этот цвет мы указываем, который будет прозрачным. Ну да, по классике. Вот есть спрайт. И вот этот цвет, вот где я мышкой вожу, он... Ой, Ctrl-Z работает. Он, короче, мы указываем, что должно быть прозрачным. В данном случае указываем цвет. Ну, там было номер 14, да. 14 означает, что вот походу вот этот, все, что будет встречено с таким цветом в спрайте, оно как бы будет считаться прозрачным. Что значит прозрачным? Просто не будет рисоваться. Вот и все. Наверное. Ладно, укажем 14, какие следующие. Scale factor. Тут указан 3. Давайте, ну не 3, а 1. Дальше какие-то параметры. Еще, да? Flip. Как бы по-русски сказать. Ну типа зеркальное, это переворот или что-то такое. Ладно. Флип вертикально или горизонтально, или сразу и там, и сям. Ну, наверное, 0. Никак. Дальше. Поворот вокруг тоже никак. И ширина и высота Composite Sprite. Давайте 1.1 установим. И запустим. О, вот наш спрайт. Понятно. Ничего не рисуется. Почему ничего не рисуется? А потому что по классике получается 8 на 8. Вот этот участок рисуется. Ну давайте что-то нарисуем. Давайте я вот тут так вот. Так, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Вот. Вот это у нас получается наш спрайт 8 на 8. А здесь нарисуем другим цветом. Ctrl-Z здесь работает. Вот так вот будет. Хорошо. Запустим. Run. Есть, рисуется. Видно. 8 на 8 рисуется. Значит, это индекс. Если я сейчас укажу индекс 1, это будет следующий спрайт, и это, получается, затронется, часть вот той вот большой картинки. Так. Так. Здесь у нас это, ну, прозрачный цвет. 3. Что такое было 3? Scale factor. А ну-ка давайте сделаем не 1, а сделаем 2. Ага, тот же 8 на 8 берется, но в 2 раза больше. А ну-ка 3 сделаем. В 3 раза больше. Понятно. Теперь что вот эти значения? Вот это, я так понимаю, если мы хотим рисовать, то есть берется как бы
спрайт 8 на 8, но я хочу, к примеру, 16 на 16. Значит, мне надо в два раза больше. Да? Получается, это 8 умножается на 2 ширина, и здесь высота умножается на 2. Есть. Вот оно есть, есть, есть. Понятно. Значит, берем индекс 0 спрайта. Попробуем так, что ли? Получается, захватывает. А, это я понял. Я указываю, какую область захватывать. То есть в данном случае умножается 8 на 2, и тут 8 на 2. Соответственно, получается захват у нас 8 на 2. Ну, то есть индекс 0. И дальше вот 16 захватывается на 16. Давайте по ширине 16, а по высоте 8. Значит, что нам надо сделать? Нам надо сделать вот здесь, поставить единичку. И запустим. Все верно. Ну, я надеюсь, вы поняли. Да и я понял, разобрался, что такое спрайты. Теперь, что теперь? Так, с какой частотой обновляется экран? Где-то тут есть FPS-ы. FPS. А ну-ка, FPS. Вот, 60 кадров в секунду. Хорошо, вызывается 60 раз в секунду. Хорошо, значит, ну тут какие-то вычисления, давайте без этих вычислений. Что мы сделаем? Давайте что-нибудь нарисуем. Давайте я это все... Где тут? Очистил. Очистил, и давайте что-нибудь нарисуем. Давайте... Вот так, что ли? Один отступаем. Раз, два, три, четыре. Я не знаю, что получится, но сейчас что-нибудь да получится. Так, зеленым получается. Давайте вот так, наверное, вот так вот. И каким цветом? Белым, что ли? Нет, что-то несимметрично получилось. А что несимметрично? Давайте тогда я вот здесь еще вот так вот добавлю. Во. А я как-то вообще криво. Блин, реально криво. Надо отсчитать 8. Раз, два, три. Не, блин, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, восемь. Вот оно, восемь, так? И вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть, вот это центр. Так, так, значит. Вот здесь внизу будет типа улыбки. Так, это будет один спрайт. Как бы его скопировать? Вот это, наверное, select. Еще раз. Вот так, да? Копи, копи. Где тут копи? Копи, во. И типа сюда вставить. Во, два спрайта сейчас сделаем. Один и второй. А во втором спрайте... Это что у нас? Нет, это не то. Вот. Тоже не то. А где тут цвет? А, палитра тут еще есть. Короче, с этим не буду разбираться. Карандашиком давайте. Давайте будет вот тут такой цвет. Во втором спрайте. И... Ой, Ctrl-Z. Что я сделал? Как тут очистить? Вот это, наверное, да? Да, это типа очистить. А у него будет меняться. Вот так вот. Короче, черти что получилось. Ну ладно. Ладно, давайте запустим. Ага. 2, 2. Запускаем. Вот, раз спрайт.
Получается, мне надо вот этот цвет типа сделать прозрачным. Окей, какой это цвет? Может, 0? Да, 0. 0 это черный. Вот, теперь он типа прозрачный. Теперь я могу двигать. Но двигать там координаты x, y есть. Хорошо. Теперь давайте просто попробуем поменять. Ну и думаю, все. Сколько уже? Ого, уже я 20 минут пишу. Блин, а так и толком ничего и не этот. Прошу прощения. Давайте попробуем придумать, как нам менять. Без вот этой вот функции. Но тут происходит деление, остатки от делений и все такое. В результате у нас получается, наверное, раз в секунду смена спрайтов происходит. Мы же давайте сделаем вот таким вот образом. Индекс равно нулю. Это будет индекс текущего спрайта. Теперь давайте вот здесь подставим индекс. Дальше, теперь, раз в 60 нам надо менять этот индекс. Значит, введем еще такой счетчик. Count или frames равно нулю. Каждый раз будем увеличить количество фреймов. Это я уберу. И это уберу. И frames равно frames плюс 1. Есть. Теперь, если... Это, наверное, без скобок, да, получается? Если frames равно... Так равно? Блин, наверное, так. Это равно 60, то... frames равно 0. Else тут тоже есть и end, да, походу, end, да, вот так вот. То фреймы равно 0 и индекс равно индекс плюс 1. Ну, дурацкое решение, ну а что делать? Так, теперь если индекс больше, получается 0, 1, больше единицы, то индекс равно нулю. Наверное, вот так вот. А ну-ка. Вот это да. Фишка в том, что мы индекс-то указываем, но у нас получается какой-то сдвиг. Сдвиг. А какой сдвиг и почему? Вроде же вот спрайты 16 на 16. А подождите, вот 0,0. Вот индексы пишет, смотрите. Вот первый индекс. Понятно, понятно. Значит, нам надо индекс другой. Все, 8 на 8 остается, но индекс надо. Значит, индекс плюс 2. А если индекс больше 2, значит, индекс равен 0. Все, по идее, вот так вот должно. Чик, 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 чик. Не, медленно. Давайте, если равен 30, то, короче, за секунду будет смена двух спрайтов. Вот, за секунду получается смена. Ну, красивый, некрасивый спрайт, но отрисовать получилось. Ну, давайте, наверное, все. Если, конечно же, не так информативно получилось или что-то не так, ну, простите, извините, так получилось, не хотел. Но в целом проект интересный. А, вот скрипт написано. Это по умолчанию Lua используется. Понятно. В целом проект очень интересный. И можно даже на андроиде, у себя на телефоне сидеть, играться и писать вот такие мини-игры и даже в них играть. Тем более, что вон на сайте полно игр.
Вот смотрите, да, ого, даже 3D. Это очень круто. Написать с этими ограничениями вот такое 3D. 3D, блин, звук надо уменьшить. Громко очень. Так, Z-Fire, да? Ну, подтормаживает, да. Ну, я не знаю, попробуйте, блин, написать. Это, мне кажется, довольно сложно написать с такими ограничениями в 3D. Ну, хоть какое-то, но 3D тут есть. Тем более, смотрите, я подошел, пишется подсказка. Press S to open door, чтобы открыть дверь. Ну, нажал S. Че, она не открывается? Играть, конечно, удовольствие так себе, но возможности есть, круто. Давайте еще посмотрим на парочку игр. Есть гонки. Ух ты, а это что? А ну-ка. Ну, вы сами, в принципе, можете ознакомиться со всеми этими примерами. Сейчас уже давайте дождемся. О, круто. Какая-то физика, какие-то вон. Нифига себе. Ага, это типа уже начинает разрушаться походу. Вот эта модель. Бэм. Не, красавчики, конечно. Те, кто вот это понаписывал, просто круто. Реализовать, то есть влезть в эти все ограничения и сделать вот такое. Это круто, я могу сказать. Это вам не это. Ну и последнюю, блин. Клацнем. То есть, я так понимаю, вы тоже можете зарелизиться, то есть, ну, залить свои какие-то игры. Пресс А. Ну, нажал я пресс А. Как дальше? Select A, B, Enter. Елки-палки. А, это этот. Сапер. Бу-бу-бу. Ладно, на сегодня все. Поэтому очень классный проект. Спасибо подписчику, который поделился этой ссылкой. Действительно очень интересно. И на досуге просто можно залипнуть в этих играх, в создании вот таких вот игр, в этой писанине. Это просто очень круто. Поэтому всем спасибо за внимание. Качаем, играем, заливаем сюда. Я думаю, можно будет как-то согласованно это все сюда заливать. Ведь кто-то ж сюда заливает. Скорее всего, автор проекта сначала, ну, должен одобрить, а потом уходит сюда. Ну, теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.